Итак, всем привет, подписчики моего канала, гости, заходящие на мою страницу, моя аудитория. Всем, кому интересно, темы велосипедных путешествий, покатушек. Сегодня я хочу в этом видео рассказать об одном очень интересном месте в Рузаевском районе. Это село Пайгарма, и в нем находится очень красивый, очень большой женский монастырь. И вот сейчас я еду туда. Мне до туда примерно около 5 километров ехать. Вот, еду я уже 25 минут. Но это плюс. Пришлось ждать на перекрестках машин. Сейчас вечер. Сегодня 1 июня, первый день лета. Он радует теплом. Сегодня очень тепло, даже жарко. Вот сейчас вот этот зной ушел. Ехать очень-очень приятно. Так что сейчас будем, как приеду, обязательно сниму. Позже спущусь к купелям, покажу, какие здесь находятся купели. А сейчас я нахожусь вот непосредственно в Пайгарме. Летом здесь служба проводится, в теплое время года. Я там прикреплю несколько фотографий. Я делал их давно. Пайгармский пруд. Обязательно сделаю. Погода сегодня хорошая. Вот сейчас вот я вечер выбрал. Не жарко. Расстояние от Рузаевки около 18 километров. Преодолеваются они довольно легко при соответствующей подготовке. У меня обычно дорога уходит около 25-30 минут. В зависимости от движения, от того, как я еду. Вот колокольня. Вот это сам зимний храм, где зимой проводится служба. Я вот сюда приезжаю довольно часто, хотя бы за лето, хотя бы раз в 2 недели, раз в 3 недели, но обязательно наведываюсь сюда. Здесь очень
места такие. Ну, не передать словами. Душа отдыхает. Вот часовенка. И купели. Да, приезжать купаться. Я, кстати, тоже очень люблю купаться и купаюсь. В прошлом году я очень часто купался. У меня был маршрут, я по всем трем родникам проезжал. Арх Голицына, потом Пайгарма, еще где-то, вот сейчас не помню, тоже была купель. Вода здесь очень богата железом, и поэтому она имеет такой характерный рыжий ржавый цвет. Но вода очень вкусная здесь. Очень вкусная вода. Вот. Нет никого здесь. А вот сама купель, где можно окунуться. Знаете, самое сложное — решиться окунуться первый раз. Это достаточно сложно. Но это очень приятно, это не объяснить словами. Словно заново родился. Здесь можно умыться, попить. Сюда очень часто приезжают на экскурсии, заказные автобусы. Здесь очень много людей. Здесь находится лес рядом большой. А в 3 километрах отсюда находится поселок Зеленый, бывший госконюшни. О нем я писал еще зимой, когда только канал создавался, а писать что-то было нужно. Я писал про поселок Зеленый, вкладывал фотографии. Сейчас вот я здесь снимаю видео. Вот. Сейчас посмотрим. Это вот пруд села Пайгарма. Кстати, в этом году очень много воды здесь. Обычно он к этому периоду, к началу лета, он становится меньше, а сейчас очень много воды здесь. Вот. Место сырое, очень много комаров здесь. Вот на этой лавочке можно присесть, отдохнуть. Пожалуй, я сейчас присяду и немножечко отдохну. Так что, если будете в Мордовии, дорогие мои подписчики, я вам советую, ну, людям воцеркленным, верующим, посетить Пайгармский монастырь, окунуться в прохладной, студеной родниковой воде. И не нужно бояться простуды. Никто не заболел еще. Я никогда не болел.
такая вот красота. Ну что ж, если я сейчас решусь, то я искупаюсь. Если нет, то нет. И все-таки я искупался. Не побоялся я холодной воды. Окунулся 3 раза. Немножечко подождал. Опять окунулся. Все, чувствую себя прям как заново родился. Смыл с себя усталость. Потому что мне сейчас предстоит 18 километров ехать. Уже вечер наступает. О, такое приятное чувство. Но те, кто купается в холодной воде, там, в родниках, они, конечно, меня поймут. Действительно, это очень такое необычное чувство. Поэтому я рекомендую. Это очень приятно. Так, ну что ж, видео заканчиваю. И буду выдвигаться в сторону дома. Сейчас разговариваю с женщиной. Она приехала на автобусе. Сюда часто приезжают автобусы. Она приехала из Дивеево. Спросила меня, как, где находится источник, как к нему спуститься. Я ей объяснил. Мы с ней маленько поговорили. Ей здесь очень понравилось. Она здесь первый раз. Насчет Дивеево я не знаю, получится ли у меня в этом году. Но меня интересует другое святое место. Это под названием Скадовский монастырь. Есть такой монастырь. По-моему, в Ковылкинском районе он находится. Мой друг Дима ездил туда. И вот мне теперь хочется съездить. Если получится, обязательно тоже видео сниму. Но это придется с ночевкой, потому что расстояние довольно большое. Придется ехать, возможно, даже на электричке. Вот так вот. Ну, я надеюсь, вам мое видео понравилось. Я прикреплю фотографии некоторые с этим монастырем. Я думаю, вам будет интересно. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Всем буду отвечать. Всем спасибо. Всем пока. Пора в дорогу.